Уже стали непосредственно в это все делать в действии. Если вам кто-то мешает, мы с горожанами вам поможем. Это я вам лично обещаю. Спасибо. От своего лица. Так в итоге, план действий какой? План действий следующий. 18-й год. Еще раз повторяю, все крупные загрязнители, крупные предприятия разработали свои программы, по реализации которых предполагается определенное снижение валовых выбросов. Но эту ситуацию кардинальным образом не изменит, пока мы не наведем порядок и с транспортом, и с другими низкими источниками. То, о чем говорит молодой человек. Я с ним абсолютно согласен. Это низкие источники, которые влияют на экологию в городе, тем более расположены в центре города. Существующая программа переключения, да, она рассчитана на 10 лет. Но когда конкретно переключат те источники, о которых вы говорите, я сейчас вам сказать не могу, у меня нет цифр в руками. Я вам скажу о том, что в этом году будут переключены две котельные, которые находятся в Советском районе. На газ. Они будут ликвидированы полностью. Они будут переведены на ТЭЦ-3. За счет тепла ТЭЦ-3, да, значит, эти котельные перекроют. То есть ТЭЦ-3, получается, увеличит свои обороты, чтобы еще ТЭЦ-3 увеличит. Да. Ничего не меняется с экологией. Нет, вы меня, пожалуйста, послушайте. Влияние выбросов ТЭЦ-3 на экологию города Красноярска минимальное. До этого времени. А после того, как вы все это переведете, станет уже максимально. Нет. Да. Дело все в том, что ТЭЦ-3 имеет современные очистные сооружения, самые современные очистные сооружения, электромагнитный фильтр. И в своей санитарно-защитной зоне так, у них быть. Выбросы. Ну это все понятно. Может быть, давайте все же от слов к делу. Вы? Чем скорее, тем лучше. И не когда-нибудь, а именно уже сегодня. Вот вы как министр, как человек, который может. Как вы это себя позиционируете? Так что? Будут какие-то шаги реально предприняты, а не просто вода и слова. Сейчас даже тоже режим черного неба. Горы, по крайней мере, там не видно. Почему, когда приезжает президент, у нас нормальная... Большинство волнует, да, вполне логичный вопрос, почему, когда приезжает президент, Красноярск становится чище и лучше дышать. Держит ответ министр экологии. По взмаху волшебной палочки. Может, там кто-нибудь у вас ветром командует? Завод Ярослав открытый, народ, люди говорят, что... Не-не-не, завод Ярослав, он закрытый. Пошла старая любимая байка. Завод Ярослав стоит за солнечным, и люди оттуда с онкологией идут в больницу. Люди пытаются убедить министра экологии, что существует завод ферросплав. Вечная любимая байка. Я был там год назад. Пустые цеха. Пустые. Честно был. Своими глазами видел. Там ничего нет. Я постоянно смотрю, что в городе то или иное. Завод ферросплав, ты что говоришь? Работает? До 5 числа было неблагоприятно к метеоусловиям. Работает, все промышленные предприятия должны были снизить выбросы. Но, к сожалению, снизили выбросы только крупные промышленные предприятия. Весь остальной бизнес выбросы не сократил. И поэтому, к сожалению, на территории города было то, что мы видели. Вот. Если бы все несли ответственность на этой части, тогда, ну, будьте любезны, сокращайте выбросы из других источников. А тогда, когда мы приезжаем на предприятие, они отапливаются электрокотлом и ставят буржуйку и выводят, значит, трубу. Вот в пятницу было последнее приостановление. Но вы меня простите, это социально ответственные люди. Если говорить, заниматься экологией, экология должна заниматься всем. Давайте в деревню проедем Дивногорск. Ну, там же все топятся, но не задыхаются они. Давайте пожар в городе уберем. Это невозможно сделать. ЧП случается, отопление происходит. Вот. Почему нет газификации в городе Красноярске? Когда это будет? Ну, да сроки, никогда это не в сроке, к сожалению. К сожалению, да почему давайте это должно умирать? Вы нам объясните. Вы понимаете, Анка,